Привет всем! После того, как вы в прошлых видео увидели мой рабочий стол, многие из вас попросили меня показать его поближе и рассказать, где я покупаю всю милую канцелярию. Так что сегодня я приглашаю вас прямиком за мой рабочий стол. Что ж, начнем, пожалуй, с органайзера под компьютером, который я, кстати, сделала сама. И для тех, кто пропустил этот DIY, я оставлю ссылку на видео внизу. Здесь у меня самые очаровательные склепки для бумаг, которые я купила в H&M. Контейнер из подмятных леденцов, который я оставила в памяти о Нью-Йорке, и который, как оказалось, потом пришелся очень кстати для хранения моих карточек памяти. Стикеры для записей разного размера, пастельного цвета. Конверты с карточками для благодарности, которые я также купила в H&M. Эти милые наклейки шли в наборе с синими конвертами, и эти наклейки с милыми очаровательными зайчиками, от которых я просто в восторге. И мне так жалко их куда-то тратить, я купила в обычном детском мире. Во втором контейнере у меня пару любимых ручек, черные и синие. Также еще закладки, стикеры для экстра пометок. Маленький крем для рук с очаровательным запахом вроде как водных лилий, который я купила в Лекситан. Несколько бумажных скотчей для декорирования моего планера или моих блокнотов. Особенно нравится вот этот, на котором черные и золотые стрелы. И также всякие мелочи вроде маленьких рисунков, которые я рисую, когда мне скучно. И цветовых подборок для будущего ремонта в моей комнате. Также рядом у меня еще есть такие теги-стикеры, от которых я просто схожу с ума. Особенно от этого, по-моему, очень озорного стикера, на котором написано «Well, hello, beautiful!». И с другой стороны у меня вот такая железная шоколадка, в которую я храню все необходимое для письма. Например, цветные маркеры-выделители, которые, кстати, с запахом. Карандаши, какие-то ручки золотые, серебряные и прочий всякий став. Не правда ли классный блокнот? Особенно если знать, что это не блокнот, а на самом деле чехол для моего айпада. К сожалению, я уже не помню, где я его купила, но это было в каком-то из городов России, то ли Иваново, то ли Ярославль, то ли Тверь. Так бывает. Также здесь у меня планшет Wacom, с помощью которого я рисую все оформление для моих видео и фотографий. И, конечно же, девчачьи штучки. Это у меня набор для идеального тона лица. Я храню его на столе, потому что мне безумно нравится его оформление в стиле винтажной книжки. И еще один винтажный блокнот, который служит такой некой библиотекой для моих лаков. Я стараюсь записывать сюда все, но, к сожалению, здесь только половина. И с другой стороны, у меня тонна записных книжек, просто я люблю, когда все организовано и всего есть свое место. Так что тут у меня пара блокнотов с последнего DIY. Для тех, кто пропустил это видео, я оставлю ссылку на него внизу. Старый добрый черный блокнот, в котором я пишу все сценарии. Как видите, это очень много писанин на самом деле. Пачка очень милых листов планеров, которые я приобрела в H&M. И маленький блокнот, который я также приобрела в H&M, в который я записываю все остальные моменты, касающиеся моих видео. Мне безумно нравится золотое оформление его страниц. По-моему, это очень фэнси. И мой любимый планер, без которого я уже как без рук. Он помогает мне оставаться максимально продуктивной и также служит источником вдохновения. Примерно так выглядит мой месяц. Здесь я отмечаю вкратце все важные моменты. И, кстати, у меня закладка настоящего гриффиндорца. Окей. И вот так поближе выглядит моя неделя. Все дела, которые нужно сделать, или я уже сделала, я отмечаю здесь. И еще больше девчачьих штучек. Также на столе я храню мои Baby Lips помады, потому что они очень цветные и поднимают настроение каждый раз, когда на них смотрю. А также рядом у меня стоит банка с лаками, которую я использую чаще всего в последнее время. Здесь у меня подборка осенних лаков, например. Пара осенних свечей для создания уютного настроения. И мой понтовый стакан, который я использую для воды, потому что все мы знаем, что нам нужно пивать минимум 3 стакана воды в день. И, например, для меня проще всего это сделать за компьютером. И, собственно, сегодня это все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, просто поделитесь мне большим пальцем вверх. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте мне их внизу в комментариях, с удовольствием на них отвечу. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока!